Всем привет, с вами снова Рогнепушка, и сегодня буду продолжать проходить игру Warcraft 3 Ледяной трон. И мы вроде как добрались до кампании нежити. Последний такой кампейн именно стратегический. Там еще есть за Орду, но он такой за два героя, наверное, я его сейчас не буду проходить. Так, глава первая, Артас. Повелители ужаса, последние приспешники Архимонда собрались в разоренной столице Лордерона, чтобы обсудить будущее плети. Вот. То повелители ужаса, они вроде как нежить, с другой стороны не нежить, ну типа вампиры, но демоны. Какая-то такая штука. Вот тут в мире. Вот уже несколько месяцев нет никаких известий от лорда Архимонда. Сколько можно присматривать за этой поганой нежитью? Зачем мы здесь торчим? Детерок, нам приказано наблюдать за этими землями. Мы должны оставаться здесь и следить за тем, чтобы армия плети была готова к выступлению. Верно. Но мы уже давно не получали никаких указаний. Легион давным-давно разбит. Неужели они ничего не знают? Сложно сказать. Но чем дольше они будут командовать, тем хуже для плети. Что? Кто это? Приветствую вас, повелители ужаса. Как мило, что королевство не осталось без присмотра. Премного благодарен. Но больше в ваших услугах я не нуждаюсь. Принц Артес, это наша земля. Плеть принадлежит Легиону. Уже нет, демон. Армии твоих повелителей разбиты. Легиона больше нет. Пришла пора уйти и вам. Никогда. Последнее слово еще не сказано, смертный. Знали, что ты вернешься к нам, принц Артес. Я действительно вернулся. Но изволь обращаться ко мне как к королю. Ведь это моя земля. Теперь мы должны очистить это королевство от смертных. Но, мой король, люди бегут из своих деревень. Они бегут к ущельям. Если им удастся скрыться в горах, мы не сможем найти. Тогда мы должны перерезать их всех до того, как они скроются. Их смерть станет последним подарком для Нарзула. Вот не понимаю, они типа разводят людей, что ли, или чё? Так. Ну что еще? Фростморн так жаждет крови. Во славу. Что делаем? Уничтожьте все поселения беженцев. Спастись. Внимать можно. Нет, так, стоп. Не вурдалак. Давайте у вас. Так, а что мы еще нанимать можем? Так, нифига. Здесь только вурдалаки. Полегче. Полегче. Наконец-то. Что-то какая сторона висит. Так. К вашим услугам. Ага. Люди приближаются к ущелью. Их нужно остановить. Да. Эй, глупец. Фростморн жаждет крови. Да, наваляем все. Наконец-то. Ну здесь только типа... О, паладины? Погоди. Во славу плети. Артес, ты не достоин носить корону своего отца. Нормально. Можешь меня убить, но мои братья отомстят тебе. Оказывается, кто-то из вас все-таки пережил первую атаку. Впрочем, неважно. С сегодняшнего дня вашему самоуправству будет положен конец. Так, и... Здесь тоже оборонять. Сюда давайте тоже. Полегче. Что там происходит? Фростморн жаждет крови. Ну что еще?
Тихо. Никого убивать-то не надо. Уничтожьте их всех. Да. Вперед. Не знаю, будут они как-то отбиваться или нет. Так, давайте еще парочку некромантов добавим. Тут большие. Ага. Пункт развития идет. Приказывай. Сильван. Трой левел. Слушай, никто не смеет мне приказывать. Окей. Тихо. Так, сохранить. Первое, да. Давай. Так. Судя по количеству денег, я бы все-таки только мясников нанимал в таком случае. Ну что еще? Говори, глупец. Габы. Артефактов-то нет. Если я правильно помню, здесь довольно-таки интересная система идет. Ну что еще? Со временем, короче, Атас теряет уровни. Ну там с миссиями вроде. Не должны уйти. Фростморн жаждет крови. Наконец. Такое. Последняя скорость. Блядь. 5 плюс 1 к ловкости. Полегче. Да, окей. Вот так-то лучше. Так, ну пока отхиливайтесь, ну, пускай новые нанимаются. Так. Меня звали. А мы вот это вот спать пройдем. Иду. Что-то не так. Так, Калтуза с собой взяли. Броню берем. Я размышлял. Так, второй отряд. Да, сейчас. Вперед. Мертвые ждут. На еду. Да, иди. На нас напали. Люди приближаются к ущелью. Чё, где? Их нужно остановить. Ты увидишь все. Да. Что ты хочешь увидеть? Так. Я здесь? Если Ивана проверять, третий отряд. Я согласна. Есть. Есть. Мудрый выбор. Есть. Нормально. Разумеется. Наши братья зовут на помощь. Есть. Все, где наши братья? Да что разумеется. Ж такое-то? Напали. Так, главное ничего не упустить. Наши братья зовут на помощь. Постепенно пробиваться. Наконец-то. Наши братья. Фростморн жаждет крови. Приказывай. Да, грязите их там. Так, чё, тебя Сильвана. Наши братья зали. Нам еще нужно. Ага, все. Ну, предатель, сейчас ты познаешь силу света. Силу света? Уничтожьте их всех. Наши братья зовут решающий выбор. Так, тихо. Да, сейчас. Какова воля тени? Это, блин. Давай. Наши братья зовут на помощь. Засчитали? Да, блин. Чё так как-то их нужно отслеживать, что ли? Наши братья зовут на помощь. Решающий. Так, давайте сюда. Вы отбиваетесь. На самом деле, типа, заранее нужно подкинуть. Наши братья зовут так. На помощь. Там живые. По повышению силы атаки на 2 скелета и... Сейчас ты познаешь силу света. Норм. Не повинуюсь. Никто не смеет мне приказывать. Наши братья. Так, производятся, да? Всех. Так, здесь пока никто не пробежит. Ну что еще? Давай, оттуда, блин, побежали. Я размышлял.
Разумно. Сейчас новая пачка появится. Тьма зовет. Да, наши братья зовут на помощь. Решающий выбор. Решающий выбор. Да, сейчас. Что происходит? Поаккуратней. Наши братья зовут на помощь. Никто не смеет мне приказывать. Так, вот здесь. Во славу плети. Развеивание, на исцеление. Там урон включая не получим, или? Наши братья зовут на помощь. Я к вашим услугам. Вы куда? Разумно. Еще один так, смертный ступай. Прошел через ущелье. Что значит еще? Как это получилось? Не, погодите. Почему сохранение? Загрузка. Как это получилось? Наши братья зовут на помощь. Ну вот тут нанимаем народ. Я размышлял. Да, так, сейчас. Сюда. Наши братья зовут на помощь. Я слушаю. Мы не можем помочь, брать. Какая-то жесткая миссия на самом деле. Укажи мне путь. А, так. Полегче. Наши братья зовут на помощь. Вот так-то лучше. Никто пройти не должен. Фростморн жаждет крови. Люди приближаются к ущелью. Их нужно остановить. Люди вообще там охренели. Ну, предатель, сейчас ты познаешь силу света. Сила света. Я слушаю. Так, ступи. Есть. Я так гостя там. Че, в этот раз как-то похуже зашло? Есть. Ну, сейчас. Наши братья зовут. Я здесь? Так, зайди на проклятую землю. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Так, подготавливаемся, подготавливаемся. Укажи мне путь. Нужно построить. Уничтожьте их всех. Да, уничтожьте их всех. Так, вот приближаются. Я слушаю. Развержится месть. Ага. Вот дед Сильвана. Я к вашим услугам. Нужно построить зеку. Решающий выбор. Нужно построить. Да, аккуратно. Сейчас. Разумно. Да. Так, никто не спасся, да? Бля, очень сильно следить за всем надо. Наши братья зовут на помощь. Так, напрягаюсь, да? А, безмолвие. Утягивание жизни. Полегче. Утягивание жизни как-то звучит получше. За короля мертвых. Наконец-то. Уничтожьте их всех. Наши братья. Да какого хрена? Надо группу оставлять на защиту. Наши братья. Никто не смеет мне приказать. Живо, живо сюда. Нужно построить зиккурат. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Наши ага, бей, бей. На помощь. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Силение. Во славу плети. Ну что еще? Мы никогда не предадим лорда Рон и никогда не сдадимся. Не смеет мне приказывать. Да. Да, отправляйтесь. Что-то не так. Фигани, колкуза. Ну что еще? Все, никто не ушел, наши хорошо. Никто не смеет мне приказывать. Откуда они появились? То есть они вот тут вот что ли обошли? Славу плети! Фростморн жаждет крови. Вот так. Так, вы лучше. Пока сюда отправляете. На здесь что? Наши братья зовут на помощь. В атаку! Я слушаю. Так, Сильвана, ты не хочешь с ними пройтись? Разумеется. Типа?
Убит герой наших союзников. Наши братья зовут на помощь. Вот это жесть. Ну что еще? Наконец-то! Ламывайте! Наши братья зовут на помощь. Вот так-то лучше. Чё, какие наши братья? Я ее жизнь. Если я не про. А, да, ты. Ну, нормально, нормально, нормально. Наши братья. Ну вот, гасите их. Артес. Глупец. Наконец-то. Хиляет. Ну что еще? Вот так-то лучше. Наши братья зовут на помощь. Ага. Да иду. Наши братья за мной. Да, отступить. Есть. Я согласна. Мудрый. Да-да-да. Никто не смеет мне приказывать. Я заставлю страдать. За короля мертвых. Ты узнаешь, ага, что такое боль. Во славу плети. Вот так-то лучше. Что порвали. Так, еще об одном поселении, что да? Что мне делать? Где он? Жду. Жди. Полегче. Наконец-то. Вот так-то лучше. Так-то лучше, да. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Что там по заданию? Паладин, уничтожьте три алтаря. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Здесь какое-то поселение. Во славу плети. Наконец-то. На нас напали. Фростморн. Это, наверное, не то? Так. Мы не должны уйти. Я слушаю. Есть. Звони меня. Я светлана. Укажи мне путь. Так, так. Реорганизуйтесь. Нужно построить зиккурат. Я здесь? Нормально, нормально. Мудрый выбор. Так, давайте проверим. Разумеется. А, вот там. Да будет так. Какое-то поселение. Я к вашему слугу. Да, давай сюда. Наши братья зовут на помощь. Укажи мне путь. Так, вот так вот. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Смертные не должны уйти. Я зовут на помощь. Мясо. Ага. Так. Держимся, держимся. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Фростморн жаждет. Я, ну, тут на алтари, что ли, нападать? Помощь. Наконец-то. Ну что еще? Да, подожди, ты всякий лет не умеешь. Вот так-то лучше. Наконец! Затяг тут отойти! Во славу плети! Я слушаю. Не, уходи. Разумеется. Уходи, уходи, уходи. Тьма зовет меня. Смертные не должны уйти. Враг. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Наши братья. Есть там у кого воскресить? Ты долго бьют. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Вот так вот и отлично. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Да-да-да. Вот так-то лучше.
Твоя душа принадлежит мне. Паладина, блин, место поубивать. Наконец-то. Сожри, ману. Блин. Фростморн жаждет крови. Там еще один прибежал. Наконец-то. Жесть. Вот так-то лучше. Ненавижу вас, паладин. Наконец-то. К ущелью. Так, отступай. Их нужно остановить. Наши братья зовут на помощь. Там, наверное, концентрировать надо атаки. Укажи мне путь. Так, давай, давай, давай. А то я оставляю все на самотек, наверное, зря. Да будет так. Так, тут бойцы есть. Да-да-да, правильно. Я здесь? Так, давайте вот это здание еще снесем. Здание телепортируется. Да, там концентрировать, наверное, надо. А так? Разумеется. Не телепортируется не при помощи свитка. Уничтожьте их всех. Я согласна. Так, чё? Мёртвые ждут. Смотри, с собой его пригнали. На нас напали. Нужно построить зиккурат. Наши братья зовут на помощь. Уничтожьте их всех. Жду приказаний. Даже микроматов как? Нет, нет, тьма. Меня звали? Да, иду. Да, я не размышлял. Да, сейчас. Ага, еще вам поселение готово. Так. Разумно. Вперед наши в атаку. Наши братья зовут на помощь. Ей, наши братья. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Не, на самом деле Зарта самого сложнее. Укажи мне путь. А, вы тут справились? Не уйдет. Да будет так. Как я из него Я здесь? Никто не уйдет. Враг не уйдет. Да свершится месть. Че-то у паладины, бля. Есть. Давай. Заверим я все, что есть. Так, ты что там стоишь? Я слушаю. Так, окей, да тут уже разобрались, отлично. Я согласна. Меня звали. Здесь есть. Решающий. Так, наступают. Мертвые служат тебе. Я, по-моему, что-то видел. Мертвые служат тебе. Что-то не так. Да хрен его знает. В смысле, спаслись двое? Да, сейчас. Слов нет. Разумно. Самое главное, откуда? Точно. Откуда спаслись-то? Это Артиса. Смертные не должны уйти. Да, сейчас. Ну, а держите, держите, да, правильно. Наши братья зовут. Разумно. Чего? Меня звали. Я к вашим услугам. Так, вали тут. Точно. Вали, 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 вали. Точно. Наши братья зовут на помощь. Немного побили, нормально. Так, что ж с тобой-то делать будем, Артас? Я размышлял. Наши там все поубивали, что ли? Зовут на помощь. На нас напали. Фига, все давайте туда. Уничтожьте их. Чёрт его!
Блин, жалко, призраки атаковать не умеют. Вот так. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Уйди, пожалуйста. Полегче. Спасибо. Говори, глупец. Ну что еще? Вот так-то лучше. Все. Так, давай сюда тогда. Приказывай. Так, с ливанской братвой тоже. Нужно построить зиккурат. Так, тут что не строится? Укажи мне. Там еще двух. Да, я нарушу твой покой. Разумеется. Есть. Давайте туда. Что ты кашляешь? Полегче. Меня я слушаю. Наши братья зовут на помощь. Вот так-то молодцы, лучше. Молодцы. Так. Во славу плети. В атаку, бля. Вот так-то лучше. Нужно построить не приказывать. Во славу плети. Бля, он кто-то хиляет. И не надейся на быструю смерть. Наконец-то. Давай всех жгите. Говори, глупец. Наши братья зовут на помощь. Во славу плети. Давай-давай-давай. Полегче. Вот так-то лучше. Протянет, я уверен. Остановите их, пока они не вошли в ущелье. Так, ну вроде должны сил хватить. Наши братья. Ага. Не, ну кстати, Сильван неплохо справляется за счет своего типа отравления, не знаю, что такое. Ну что еще? Твоя душа принадлежит мне. Наши братья зовут на помощь. Во славу. Блин. Наконец-то. Не умею за что сыграть. Так, там идти нахрен здание надо выносить, блин, прежде всего. Вали оттуда. Приказывай. Опять он хрень применил. Да будет так. Разумеется. Никто не уйдет. Победа близка. Не близка, блин. Наши братья зовут на помощь. Ну давай вурдалаков, типа ради скорости. Постройки. Все остальные уже справились. Практически. Я к вашим услугам. Разумно. Да, отряд вперед. Жду приказаний. Вурдалаков побольше, в принципе, надо. Так, там разберутся, в принципе. Укажи мне. Сильван, давай, помогай. Большая проблема с Артасом и... Может, Келтуз, да, туда может попасть, пока что непонятно. На нас напали. Такое. А, как больно. Что со мной? Опасность близится. Сила на исходе. Времени почти не осталось. Вам нужна помощь, король Артес? Нет, боль ушла. Но я совсем лишился сил. Что-то пошло не так. Может быть, стоит отозвать войска? Нет, я должен довести начатое до конца. Вернемся к этой загадке, когда покончим с делами. Здания уничтожены были. Приказывай. Селена, возвращайся. Пускай строятся еще. Иди на поддержку. Полегче. Вот полегче, блин. Лучше. Блин, зиккуратов не так уж много. Никто не смеет наши мне приказывать. Братья зовут на помощь. Наконец-то. Во славу плети. Нам будет здание вынести.
Так, что, ну, что у вас? Так? Решающий выбор. Тьма зовет меня. Я к вашим услугам. Я размышлял. Нужно построить точно. Я к вашим услугам. Так, тем туда тоже вали, блин. Давай, давай сюда. Бля, он кем-то задал, тоже что-то проблема. На нас напали. Все проблемы. Полегче. Никто так, не знает. Тогда пачка давайте сюда. Фростморн жаждет крови. Вот ага. Это лучше. Наконец-то. Остановите. Да, урубай гальванизацию. Они не вошли в ущелье. Ах, черт, чё ж я воскресился, а? Говори, глупец. Наши братья. Во славу, блядь, на помощь. Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Давайте уничтожаем хоть что-то. Не, ну, типа, два вурдалака было сюда. Во славу плети. Давай поможем. Ману так хотя бы теперь потреблять не буду. Зиккурат. Да, нужно построить зиккурат, блин. Так, строимся, строимся, строимся. Нужно построить зиккурат. Лесники дольше живут, в принципе. Мертвые ждут. Мертвые служат тебе. Что-то не так? Да иду. Не знаю. Я размышлял. Ты пробиться там что-то не можешь. Решающий выбор. Так. Наши братья зовут помощь. Нужно так построить зиккурат. Ну блин, это на будущее хотя бы. Нужно построить. Я не понял. Что вы не уничтожаете? Ты тоже давай сюда. Что мне делать? Нужно построить зиккурат. Есть здание, не очень много осталось. Наши братья зовут на помощь. Какое? Я к вашим услугам. Да справится, наверное. Ну что еще? Так, Фростморн жаждет крови. Давайте посмотрим, можно ли к тому зданию добраться. Или это келтузедовская. Наши братья зовут. Говори, на глупец. На нас напали, мертвые служат тебе. Да, никто, короче, из каждого здания что-то живым. Не понимаю. Эй! Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Я, по-моему, все-таки Кутузеда там место. Меня звали. Ты-то, ну, ты вообще откуда? Короля мертвых. Во имя мертвых. Ну что еще? Ты все-таки через это пойдешь, да? Нужно построить зиккурат. Говори, глупец. Так. Что-то не так? Да все точно не так. Все очень да, печально. Сейчас. Все очень-очень печально. Наши братья зовут на помощь. Я к вашим услугам. Так. Так, вот этого тоже прихвати. Меня звали. Ну, это, конечно, плохо, то, что я в какой-то момент, типа, упустил парочку, но я думаю, это со стороны Артаса эти были чуваки. Точно. Ну что еще? Не так. Решающий выбор. Разумно. Да, вода, бегут.
Или они через центр бегают? Нужно построить зиккурат. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Так, давайте. Ла-славу, куда вы вытягиваете? Наши братья зовут помощь. Зачем? Укажи мне путь. Да будет так. Тем, чем надо. Приказывай. Мудрый выбор. Я согласна. Ты бывал? Наши братья зовут на помощь. Меня звали. Блин. А и там сагрили. Черт. Как обычно, разделение сил к добру не приведет. Лучше отступайте. Отступайте, отступайте, отступайте. Что-то не так. Сейчас под откелям бойцов. Нужно построить зиккурат. Жду приказаний. Такова воля тени. Давай сюда. Во имя короля мертвых. Такова воля тени. Сука, как обычно, бля. Я к вашим услугам. Ну ладно, хоть этих убьют. Наши братья зовут сейчас на помощь. Точно. Точно. Решающий выбор. Вот так вот. Получай. Залететь здание, ага. Точно. Погодите, всех построить. Зиккурат. Да спокойно. Что-то не так. Будет вам зиккурат, блин. Разумно. Еще магики. Меня звали. Ты? Я размышлял. Точно. Во имя короля мертвых. Гори в огне. Паладины прибыли. Так, в атаку, в атаку, в атаку. Меня звали. Сейчас справимся или нет? Все, врагов я много. Размышлял. Так, давай, давай, давай. Казаний. Во имя короля мертвых. Меня звали. Линия маны. Да неужели не хватило? Жесть. Разумно. Во имя короля мертвых. Решающий выбор. Отступаем. Жесть. Даже бойцов туда больше привел. Блин, стратегический гений, блин. Глупец. Я здесь? Нападает всех с клубом. Ну что еще? Так-то лучше. Наши братья зовут на помощь. Вперед, вперед. Наши больше. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плеть. Грибуна нету. А потом, может, Кельтузеда поможет. Кельтузед. Не, ну наших реально больше. Артус, блин, на один уровень меньше имеет. Так, Игорь вынес завтра. Во. Хе-хе-хе. Слабовато будет. Этот артефакт покупает. Ну, наверное, свитки вот этих перемещений. Наконец-то. Все, алтари выносить. Нужно построить зиккурат. Так, квест по паладину выполнен. Никто не смеет мне приказывать. Я слушаю. Нифига себе, Иван вообще никто не потерял. Полегче. Все, его носите, бля. Бегут.
Уничтожьте. Это нормально, что их двое? Тьма зовет меня. Никто не смеет мне приказывать. Никто к вам на помощь не придет. Ну что еще? Слушай, Арлес, что такое спокойное? Конечно, артефакты можно было попытаться где-нибудь найти. Просто интересно. А, вон он, трон. Малыш Тимми, вызов призрачный. Как, ну, секретный путь. Че, ничего интересного. Нужно построить. Наконец-то с Альянсом покончено. Уничтожив отставших, мы сможем... Опять! Артес! Это я. Повелитель Мультмы. Ледяной трон в опасности. Мой король, вам плохо? Отвези меня обратно в столицу. Меня ждет дальняя дорога. Типа, ледяной трон столицы является? Ну, я думаю, это происходит в тот момент, когда вот это вот Иллидан свои колдунства делает. Наверное, не факт. Хрен поймешь. Раскол королевства. На следующий день Сильвана отправилась на тайную встречу, которая должна была состояться в руинах неподалеку от Трисфальских лугов. Леди Сильвана, мы так рады вашему приходу. Как я могла не прийти? Не знаю почему, но голос повелителя тьмы больше не звучит в моей голове. Я снова принадлежу себе. Думаю, повелителям ужаса известна причина этой перемены. Нам удалось узнать, что повелитель тьмы теряет свою силу. Она угасает. И вместе с ней угасает его способность командовать нежитью. Такими, как ты. А король Артес? Несмотря на то, что его рунный клинок Фростморн обладает огромной магической силой, сила самого Артеса со временем исчезнет. Это неотвратимо. Ты намерен избавиться от него? И хочешь, чтобы я помогла тебе в этом? Пусть легион разбит, но мы не позволим какому-то смертному помыкать нами. Артес будет уничтожен. Кел'Тузет верен своему господину и ни за что не предаст его. Но ты... Я ненавижу его. У меня есть свои причины для мести. Артес уничтожил мой народ. И превратил меня в это... чудовище. Ну да, Сильван, типа, вот выглядит нормально, что в научном заговоре. Но сделаю это по-своему. В оригинале она банши была. Я не доверяю ей. Сердце ее все еще принадлежит народу эльфов. Она никогда не станет нашим союзником. Не нужно делать поспешных выводов. Ее ненависть к Артесу послужит нашему общему делу. Согласен. Что ж, если этот вопрос решен, мы можем приступать. Окей. Бегство из Лордерона. На следующее утро Артес и Кел'Тузет обсудили мрачное послание повелителя тьмы. Они типа верны ему. Приступы усиливаются. Да. Мои силы на исходе. Мне уже едва удается командовать воинами.
Повелитель тьмы сказал, что если я не доберусь до Нортренда в ближайшее время, все пропало. Не бойтесь, мой король. Все готово к отъезду. Корабли ждут у берега и... Боюсь, что планы немного изменились, король Артес. Ты никуда не поплывешь. Измена! Это ловушка! Ты че? Тебе не следовало возвращаться сюда, смертный. Ты ослаб, и мы взяли под контроль большинство твоих воинов. Похоже, твое царствование оказалось недолгим. Мой король, их слишком много. Бегите из города. Я сам выберусь отсюда и отыщу вас. Хорошо, король мертвых. Желаю удачи. Король мертвых, мой король. Капец. Так, Артес уже 8-го левела. Если не обзаведемся чем-нибудь. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. И Артес не вот должен погибнуть. Лучше. Так, ну Артес никаких телепортов нету, так что какие-то сложные пазлы, наверное, не придется решать. Наконец-то! Повелитель Келтузет прислал нас к тебе на помощь. Щиты, целебная... Скелеты маги быстро справятся с мятежниками. Отлично. Нам нужно как можно быстрее отыскать всех, кто остался мне верен. Славу плети! Наконец-то! Да, у враги были. Во славу плети! Так, ну да, вот, кстати, в Волкнутроне добавили этот. Скелетов магов. Что такое боль? Который делает из магов. Ну что еще? Защита. Наконец-то. Война скелетов. За короля мертвых. Да иду. Говори, глупец. Вот так-то так, лучше. Так, мудрость, норм. Фростморн ловкость тоже норм. Не знаю, зачем Артус так много ловкости вот выдают. Вот так-то лучше. Никогда Ласлава не понимал. Плети. То есть ему как раз там очень много на ловкости выдавали предмет. Вот так-то лучше. Я заставлю тебя страдать. Кепка! Давай-давай, быстрее. Блин, Мавру потеряли. Никто не смеет мне. А можно мне давать выбор, что я хочу потерять? Как бы аура это... То, что на третий должно. Ну, хотя лик смерти тоже норм. Но все равно. Во славу плети. Посох гальванизации. Так. Вот так-то лучше. Давайте сюда. Так. Блять, во славу плети. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Возьми. Вот, просто там реген будет повышаться и так далее, блин, гальванизация нормально не повезает, проще нежить. Своё только есть любичи. Во славу плети! Какова воля тени? Мёртвые слушают. Это, блин, я есть. Полегче. Окружают. Ну что еще? Так, и чего? Скажите, мы там в рудалах потеряли, на самом деле, нехорошо. Наконец-то! На исцеление. Вот так-то лучше. Во славу плети. Так, что-то вообще есть? Откуда та зомба прибежала? Принадлежит мне. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-хе-хе. Хильтоны, ждите. Толпой загасит. Фростморн! И не надейся на быструю смерть. Фростморн жаждет крови. Жду приказаний. Не хватает маны. Воля тени. Говори, глупец. Маны не хватает. Я не жду. Никто не смеет мне приказывать. Хиляй, хиляй. Полегче. Ага. Вот так-то лучше. Так-то лучше, наконец-то. Да. Наконец-то. Да что ж такое? Ну что еще? Во славу плети. Забери. Ага, молодец. Не знаю. Так, ну кольца защиты лучше хилок. Воскрешают, блин. Угу. Идите проверить, что тут. Полегче. Фростморн жаждет жду крови. Приказаний. Прошу воскрешать.
Говори, глупец. Мертвые ждут. Интересно. Легче. Всего слишком много. Наконец-то. Золотая монета. Твоя душа принадлежит мне. Ты узнаешь, что такое боль. За короля мертвых. Узнаю. Ну что еще? И не надейся на быструю смерть. Так, тут что-нибудь есть? Так, раз монеты есть, значит, что-то купить можно будет. Но я думаю, в магазин будет. Говори, глупец. Нет, периодически прибегают. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Вот наконец. Так-то лучше. Во славу плети. Вот так-то лучше. Полегче. Так, двое. Мертвые служат тебе. Ну что еще? В такой ситуации, в принципе, воскрешать можно. Фростморн жаждет крови. В смысле? О, я вурдалась потерял. Че, вообще упустил? Вот капец. Так-то лучше. Полегче. Нет слов, блин. Фростморн жаждет крови. А, на моей стороне? Ну что еще? Ребята, я надеюсь, мы не потеряем. Вот так-то лучше. Наконец-то. Мертвый мансер. Блин, он тоже нежитью является. Блядь. Так, давай. С ним еще ерги. Ерлинги. Вот так-то лучше. Так, держаться. Блин, так-то в продолжительных сражениях некромат все неплохо показывают. Полегче. Наконец-то. Что это у нас тут? Во имя Нероба. Король Артас, мы едва ушли от мятежников. Погодите, а вы же не являетесь нежитью. Подданных на расправу этой мрази. Мы будем с тобой до конца. Всего. Так-то лучше. Там опять за зомбар, что ли, бегаешь. Мне нужны твои способности, маленькая тень. Ты мне поможешь? Я живу, чтобы служить тебе, король Артас. О, да. Так, вот. Служи мне, маленькая тень. На нас напали. Куда этот зомба, блин, прибегает? Вот так-то лучше. Во славу плети. Покарать их всех. Фиски ворота. Так, там что-то, тут что-то. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Угу. Наконец-то. Пробиваем. Во славу плети. Вот так-то лучше. Ого. Зря, то, что я тут видел, да? Фростморн жаждет. Заценим, что там. Наконец-то. Полегче. Фростморн жаждет. Я не знаю, пригодится там тень мне, нет. Я не могу. Сапоги, повышим мягкости героя. Никто не смеет мне приказывать. Еще одну хилку скинем. Вот так-то лучше. Наконец-то. На 6. Я говорю ему, что-то дофига на ловкости выдает все. Аж странно. Никто не смеет мне приказывать. Я смею. Фростморн жаждет крови. Мне нужна ваша помощь. Идите за мной. Фростморн жаждет крови. За мной. Да иду. Полегче. Погибнете вы, конечно, быстро. Говори, я постараюсь, чтобы выжить. Вот так-то лучше. Этот арсенал охраняет войска повелителей ужаса. Если мы сможем пробиться к нему, то завладеем труповозками. Фростморн жаждет крови. Ну то да, труповозки это топ. Наконец. Что вы делаете? Ну, прорвали. Ужас. Вот так-то лучше. О. Полегче. Я взываю к вашей тоже чести. Тема. Будете ли вы сражаться за меня? Будем. Во славу плети. Будем.
повышение скорости перемещения, восстановление здоровья. Лучше. Вот это норм в нынешней ситуации. Ты узнаешь, что такое боль. Да. Артиллерия будет очень кстати. Теперь мы сможем расчистить путь к главным воротам. Никто не смеет. Так, ступить. Ага. Просто рубайте. А было написано, по-моему, оптимистический магазин. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. И не надейся на быструю смерть. Я заставлю тебя. Я нормально все арты с накипишую. Во славу плети. Так, наконец-то. Надо поаккуратнее быть с труповозками, потому что я их буду позади оставлять. Полегче. О. Вот так-то лучше. Попасть? Во славу плети. Вот. Это значит то, что зомбаза не может прийти. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? В общий отряд всех. Во славу плети. Давай ввалить в общий отряд. Фростморн жаждет крови. Чистки ворота. Во славу плети. Вот Стоп. Ходим. Ну, зомба приперлась. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Нет, блин, вот надо уже два лапки потеряли. Наконец-то! Опа! Во славу плети! Блин, надо их как-то выманить. Он отошел. Говори, о, глупец. Выманили все. Теперь вот так. Куда побежали? Во славу плети. Вот так-то лучше. Никто не смеет мне приказывать. Так, главное вырубайте. Фростморн. Так, штыков ни в коем случае не теряем. Ага, ну. Ну что еще? Наконец-то! Так. Вот так-то лучше. Скрешать, к сожалению, наконец-то. Некого. Подряд, а там во туда дальше плети. Проход, что ли? Так, а вот что там справа тогда? Лучше. Что там во тогда справа? Плети. Что ты хочешь увидеть? Не знаю. Тайное станет явным. Полегче. Я буду твоими глазами. Тут у них что-то есть, это боевые когти плюс 3. Посмотрим. Артусу пригодятся. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Заходят. Во славу плети. Вперед. Фростморн жаждет крови. Умри. Во славу плети. Вурдалак, держись. Бедный вурдалак. Наконец-то. Ты мне еще нужен. Черт, вы некроманты. Некроманты-предатели, если ну они, что конечно, еще? Не воскрешенные, типа. Фростморн жаждет крови. Защиту юзануть. Наконец-то. Так, ну, за предметами обзаводимся. Мертвые. Пригодится. Во славу плети. Вот так-то лучше. Это лучше. Полегче. Во славу плети. Золотом. Ну да, здесь Фростморн все. Фростморн жаждет крови. Вот тикайте сюда. Так, по пути вроде бы ничего не пропустили. Пол карты уже открыта. Никто предметами не смеет мне приказывать. В принципе, конечно, ловкость есть плюс. Она, по-моему, скорость атаки повышает. Ну что еще? Да, скорость боя повышает. Ну плюс еще защита, типа, дольше может держаться.
Так что зря я жалуюсь, что ловкости много выдает, но что-то вот Артусу за нежить именно, почему-то всегда ее очень много. Хотя вот, к примеру, сила там регенерации повышает и так далее. Фростморн жаждет крови. Тожите всех. На нас напали. Че, кто? Говори, глупец. Вероятно. Так, гальванизация, боевые когти, скорость. Ну что еще? Ну ладно. Наконец-то. Никто не так смеет мне приказывать. Пригодится, пригодится. Так, все держимся. Молодцы. Во славу плети. Не с благородства, ловкость силы разума на один. Глупец. Что такое? Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. А как его забрать? Полегче. Там где-то подальше стоит. Выходит. Во славу плети. Ура! Вот так-то лучше. Так, а там, кажется, магазин есть. Так, сфера яда, чё, на 5 урона и во потом постепенно плети. Урон. Ага. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. О. Готовы ли вы послужить своему королю? Приступаем. Во имя Неруба. Ну что еще? Во имя Неруба. Так, чё там? Понимание. Полегче. Неплохо, неплохо. Фростморн жаждет крови. Но не нужно. Догасите всех. Я думаю, там типа лес будет. Во славу плети. Его надо будет при помощи катапульта разломать. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Такое какое-то подозрение. Во славу плети. Да, с этой тогда срынчу. Они же, блин, бродят. Вот так-то лучше. Наконец-то. Наконец-то. Вот так-то лучше. На нас напали. Чё-чё-чё? Фростморн. Ты откуда? Жаждет крови. Спивают, во блин. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Ага, мы голем. Ты узнаешь, что такое боль. Вперед, 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 вперед! Все очень плохо. Все очень плохо. Да иду. Давай, давай, давай. Никто не смеет. Бля, убили, да? Фростморн жаждет крови. Бедные некроманты. Говори, глупец. Бля, руны воскрешения вот не было, лучше. Да? Что ну ж что такое, еще? Да? Во славу плети! Наконец-то! Фростморн! Во славу плети! Вот так-то лучше! Во славу плети! Своих теряем, блин, бойцов! Наконец-то! Блин, кажется, путь дальше. Фростморн жаждет крови! Во славу плети! Погоди, а это чё? Фростморн жаждет крови! Подождите! Во славу плети! А чё, я типа слона-то не заметил? Вот так-то лучше! Дверь какая-то! Фростморн жаждет крови. С одним некромантом протянет, хотя это дальний бой. Во славу плети. Ага, не запер. Значит, там что-то есть. Во славу плети. Ну, как мы это забрать можем? Фростморн жаждет крови. Во славу плети. И медведь ждет крови. Вот так-то лучше. Во славу плети. Мертвые тела сослужат нам хорошую службу. Мы сможем оживить мертвых и усилить ими наши войска. Это как? Имеют проходы открывать? Во славу плети! Мятежники! Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то нормальный лучше. Нормальный Шварц.
Во славу плети! Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Благородство. Наконец-то! На нас напали. Ну это, блин, заметно было. Жрать пошел, сволочь. Фростморн жаждет крови. Чертовы мятежники. Вот так-то лучше. Я заставлю тебя страдать. О, наконец-то. Луна рыцаря. Вызов призрачного рыцаря. Говори, глупец. Полегче. На время, конечно. Ну что еще? Вот так-то лучше. Во славу плети. Так, тут есть источник жизни. Крови. Там я смотрю, что. Так, руна, значит, теперь так выглядит. Окей, запомню. Я что-то такого не помню. Наконец-то. Во славу плети. Наконец-то. Стоим омоложением. Вот так-то лучше. Окей. Фростморн жаждет крови. Во славу так, ну плети. Давайте сюда валить. Вот так-то лучше. Рыцарь будет с нами. Во славу плети. Эх, блин. Покойный некромант, покойный гули. Как же так-то? Ловко сразу. Ну, в принципе, реген ХП, маны, скорость атаки, броня. Вот так-то лучше. Вот ты там воскрешаешь. Да, она на Саура работает, да, вампириза? Фростморн жаждет крови. Наконец-то. В принципе. Во славу плети. Давайте в атаку. Фростморн жаждет крови. Если что, поддержим. На нас напали. Как нас обходят. Вот так-то лучше. Так. Наконец-то. Развернуться надо. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Ладно, я сейчас не подойду, давайте быстро нападем. Пока есть возможность. Они идут! Не успели! Никто не смеет мне приказывать. Да-да-да-да. Держимся. Полегче. Чуть еще одного некромана не потеряли бы. Плети. Наконец-то. Тут кто-то есть? Фростморн жаждет крови. Вот гули. Так-то лучше. Гули-гули-гули. За короля мертвых. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Я же своих успел побить. Ты узнаешь, что такое бой. Фростморн жаждет крови. Блять, мир, я во славу плети. Йо. Вот так-то лучше. Фростморн, а что за такое? Крови. Ну есть некромат, но нет. Всех убить. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Прямо у них частота типа все растет, растет, растет. Да-да-да. Вот так-то. Кого мы лучше потеряли? А, рыцари сейчас. Так, давай сюда. Жду приказаний. Некромата на замену. Никто не смеет мне приказывать. Как гуля про запас будет? Фростморн жаждет крови. Фигачу всех. Ну, на Мартлсу нужно много артефактов, как я уже до этого говорил. По той причине, что... Так, как он уровни будет терять... Была какая-то альтернатива. Фростморн, по силе. Пускай не способность. Я заставлю тебя страдать. Говори, глупец. Во славу плети. Ну что еще? Давай, давай сюда. Говори, глупец. И не надейся на быструю смерть. Не надо, вот так-то лучше. Так у меня три гули про запас будет. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Целая боевая сила. Говори, относительно. Говори, глупец.
Ла славу плети. Да, можно, чтобы там типа Арт хотя бы первый туда Наконец-то. Влетал? Наконец-то! Ла славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Вперед! Давай, Гуля. С вампиризмом надо, скорее всего, протянет. Силенок маловато у них будет. Наконец-то! Реген вампиризм. Вот так-то лучше. Бессмертная армия. Так, гулям сильно не досталось. Ну что еще? Идите погрызить. Ла славу плети. Мертвые ждут. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Какова воля тени? Ну что еще? Да, я потом справлюсь. Говори, глупец. Полегче. Наших больше. Вот шарфное исцеление. Вот так-то Кей. Лучше. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. Вот так-то лучше. Слушай, Арт, ну чё? Твоя душа принадлежит мне. Я заставлю тебя спать. Что за жесть? Ла славу плети. Вот так-то лучше. Так, ну защита сзади есть, в принципе. Ну, даже не защита, это назовем так, разведка. Ла-слава, ну, потеряли, блин. Вот так-то Некромант. Лучше. За короля мертвых. Фростморн жаждет крови. Забрать руны не можешь, что ли? Ла-славу плети. Фростморн. Фростморн. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. Подбери вот эту руну. Лучше. А Фростморн что я... жаждет крови. Тебя это в детстве вот башку не роняли лучше. Случайно? Король слабый. Король не уйти. Нормально. Руби. Ну как мясной голем типа. Тебя убьет. Или ну, меня убьют. Че он опять вниз? О, бля. А, нет. Чего? Говори, глупец. Происходит-то? Ну что еще? Их трогать-то не надо. Ла славу плети. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. С этой стороны что? То же самое. Говори, глупец. Ротиана. Или нет? Команду потеряли последний. Наконец-то. И не надейся на быструю смерть. Да не говори. Ты узнаешь, что такое боль. Фростморн! Да, тут, короче, забафуешься и прешь. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. Че, давай этого убьем, парняк. Вау, 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 вау. Фростморн жаждет крови. Что за наглость, сударь? Чежник, блин. Чёрт, там демон? Ла славу плети. И не надейся. Чё, хаосом бьёт, блин? Наконец-то. А, ну, в принципе, ничего. Ла славу плети. Все, уходим. Король покидает здание. Вот так-то лучше. Просто надеялся, что что-нибудь крови. Будет такое. Типа. Ты узнаешь, крутое. Что такое боль. Вот так-то лучше. Тем-тем-тем-тем-тем. Ну, в принципе, неплохо артефакт набрали. Мы должны быстрее выбраться отсюда. Ха. Это на помощь, что ли, пришло? Благодарю вас, сударыня. Но где Сильвана? Же ваша госпожа? Где Сильвана? Она велела нам найти вас
Великий король, мы должны сопровождать вас при переправе через реку. Угу. Окей. Блин, не нравится мне эти забирают бойцов. То есть получается у их армии прибавка, а у тебя потеря. Ну хотя сама банши пропадает в этот момент. Но все равно. Засада, бля. Я думаю, арца продадут. Вот это место, сестры. Здесь мы устроим привал, великий король. Почему именно здесь? Мы должны найти Кэл-Ту-Зеда прежде... Нас обманули. Я приказываю вам прятаться. Немедленно. Что здесь происходит? Сильвана? На этот раз тебе не уйти, Артас. Настал час расплаты. Ладно, ты чё? Предательница! Что ты со мной сделала? Эту отравленную стрелу я приготовила специально для тебя. То, что ты сейчас испытываешь, лишь малая толика боли, терзающей мою душу. Тогда прикончи меня! Быстрая смерть? Вроде той, которой ты наградил меня? Нет. Ты будешь страдать. Мой яд не даст тебе убежать. До встречи в аду, ублюдок. Как ты смеешь? Назад, безмозглые твари. Ваше время еще не пришло, мой король. Что, блин, происходит? Так гражданка у них. Гражданская война. Ты от меня не отделаешься, Артас. Я тебя из-под земли достану. А это же Артас же вроде нежитью считается. На него яд работает вообще. Действие яда скоро пройдет. Все готово для вашего путешествия в Нортренд. Кэл-Ту-Зед, ты был верным другом. Я не знаю, что нас ждет впереди, и вернусь ли я из этого путешествия. Я хочу верить эту землю тебе. Ты должен заботиться о ней до моего возвращения. Я сделаю это, король Артас. Не беспокойтесь. Чувак, которого ты убил, оказался тебе верным другом, да? Темная охотница. Через два дня в лагере посреди проклятых земель Сильвана размышляла о своей новообретенной свободе. Госпожа, вас что-то беспокоит? А тебя нет, сестра? Несколько дней назад мы были всего лишь рабынями повелителя тьмы. Нашей единственной задачей было убивать его врагов. А теперь мы свободны. Свобода. Госпожа, я не понимаю вас. Мне казалось, такой поворот дел должен радовать, а не огорчать. Что за радость может быть в этом проклятии? Мы все еще нежить, сестра. Мы чудовища. Кто мы, если не рабы этого проклятия? Демонюги. Приветствую тебя, леди Сильвана. Мы с братьями крайне признательны тебе за помощь в свержении Артаса. Я пришел, чтобы предложить тебе встать на сторону нового мирового порядка. Вариматас, мне было нужно одно — увидеть труп Артаса. У меня нет ни времени, ни желания заниматься политикой. Осторожнее, миледи. Не стоит сердить нас. Мы будущее этих проклятых земель. Или ты присоединишься к нам и обретешь свою талику власти, талику. Или тебя просто вышвырнут вон. Я слишком долго была рабыней, повелитель ужаса, и не собираюсь жертвовать своей свободой ради того, чтобы подчиняться вам.
Как пожелаешь. Ты сама выбрала свою судьбу. Я слушаю. Так, точно пирет и черный струн. Я, кстати, способности вспомнил полное обучение у каждого противника. Монстры выше 6 уровня. Да, прикольная тема. Так, у нас есть два прохода. Уничтожьте красный лагерь нежити. Так, рубят, добывают. Где прольется моя кровь? Статуя. На, так это хил? Вау. Жизнь, я такого не помню. Так. Замораживают противников. Будьте начеку. Вариматус готовит нападение. На нашей стороне лишь сестры Банши и несколько вурдалаков. Отбиться будет нелегко. Ваша воля исполнится. Нормально, отобьемся. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да, повелитель. Так. Решив же надо строить. Так, да свершится, блин. Начертанное. Боя. Стройка завершена. На нас напали. Чего желает мой повелитель? Давай, давай, давай. Скелет воскресил. А, да, он же. Все, я вспомнил. Черная стрела, да. Склоняюсь перед вашей волей. Нормально, нормально. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Постройка завершена. Исполню с радостью. А, она немного выпячивает, да? Постройка завершена. Ваша воля исполнится. Да свершится. Так, с этой стороны 5. Давай, смотри, еще. Постройка завершена. Да свершится предначертанное. Нужна древесина. Жизнь. Ну, добываю древесину, что сделал. Скорость. Урдалак. Так, обсидиановая статуя, она восстанавливает 10 единиц, и все дружественных у всех. Важно. Она наносит немного урона. Постройка завершена. Постройка завершена. Хрен его знает. Постройка завершена. Так, сейчас надо скорость. Постройка типа, продавать, все бегали. Поставить. Где прольется и золото добывай. Постройка вообще завершена. Тела выкапываю из земли. Так, а, ты одна только. В чем разница по силе? Это 27-32, а, тип урона даже, дистанция 700. Обе, скорость высокая. Скорость высокая. То есть это атака обычная, атака дальнего боя. Странно. Ну ладно. Ай, вурдала, я работаю. Постройка завершена. Исследование завершено. Нам нужна защита. Зачем ты призвал меня? Большие тоже не особо много надо. Так, ну что, мы в ближний бой только вурдала как можно потащить? Такое себе. Так, а тут расходы, да. Типа фрон на троне немного повысили. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, атакую. Войска повелителя ужаса наступают. Чем охренели?
он проклинает, когда мы их добиваем. Я согласна. Я жажду завершена. Ваша воля исполнится. Я не знаю, что меня так постоянно забавляет. Так. Я здесь? Допустим, 4 вурдалака будет. Останется еще 2 свободных места. Допустим, мы еще одного вурдалака берем. Берем еще одну ебанитую статую. Жизнь за Нерзула. Нет, даже не вурдалака еще одного, а... повозку. Сила проклятых, мощь проклятых. Скорость низкая. Она не очень сильно бьет. Кстати, у них какой-то апгрейд есть, что они так типа взлетают. Это какой-то. Я просто с ним сражался. Там полосы эльфов куда проходили. Я жажду служить. Я слушаю. Дивон. Ага. Мудрый выбор. Так, а для них считается это проклятая земля или нет? Даже вот такой интересненький вопрос. Склоняюсь перед вашей волей. Исследование завершено. Такое можешь строить? Магазин, понятно. Чего желает мой повелитель? Так, жертвенник, понятно. Это все есть. Укажи мне путь. Побудь. Я слушаю. Так. Жизнь за Нерзула. Укажи мне путь. Так, нам ХП нужно. Я согласна. Окей. Давайте изучать локацию. Разумеется. Давайте есть. Изучать локацию, разумеется. Да какого хрена ты опять-то его захватила-то, а? Я специально его отвел даже. Сейчас будет несколько. Типа оборона города. Приказывай. Да будет так. Привет. Исследование Бардаш, завершено. Ну там главное держитесь, тебя восстанавливаетесь. И стоило ли возиться с этим сбродом? Может и стоило, госпожа. Разбойников очень много. Если мы сможем переманить их на свою сторону, они будут неплохим подспорьем в борьбе против Париматоса. Хорошая мысль, сестра. Эти безмозглые твари могут решить исход дела в нашу пользу. Начнем с их командира. Как только он перейдет на нашу сторону, вербовка его воинов не составит труда. Я слушаю. Укажи мне. Навсегда, что ли? Почините вождя огров Мактула. Думаю, эти гнолы тоже могут стать неплохим подспорьем в бою. Вожак их шайки должен быть где-то неподалеку. Ни шагу дальше. Ага. Прочь с нашей земли. Удалайте держитесь. Да, захват это такая интересная тема. Я здесь. Так, ну отошли. Я слушаю. Я согласна. Так, пока что уничтожайте одного вурдалака, я забираю. Давай сюда. Враги вернулись. Нападение.
Вперед! Браво, Скверу! Где прольется моя кровь? Слушай, вот так вот типа на патрульного поставить. Исполню с радостью. Вот и будет ходить, чего? Ремонтировать. Приказывай. Враг не уйдет. Так, вызов 4. А, понятно. Никто не уйдет. Мудрый выбор. О. Ну, хотя мне не особо надо это, но... Да будет так. Стрела, найди медицинский тракт, забирай. Разумеется. Не знаю, может пригодится когда-нибудь. Мудрый выбор. Темная охотница Сильвана. Враг не уйдет. Да свершится ли? Да, я, кстати, ловкость неплохо бы зашла. Типа она быстрее атакует. Разумеется. Есть. Есть. Я согласна. Так, ну и у нас, если что, есть запасной, возможно, золотой рудничок. Мудрый выбор. Есть! Есть, есть. А вот это, кстати, не очень хорошо. Эбонитовые статуи, они к этим относятся. Я слушаю. Машина. Разумеется. А если они хиляют? Я согласна. Так. Да иду. Назревает. А Вариматов приперся. Что такое? Ты обходят. Я, ну, может так не надо-то, а? Жесть. Эти мерзкие твари могут нам пригодиться. Найдите главаря. Приказываю. Никто не уйдет! Когда у них главарем? Да свершится месть! А вот же не есть. У нас 10% урона неплохо. Так, чё тут? Сглыжили. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. По две башни тут надо. Исполню с радостью. Я слушаю. Поняли? Разумеется. Найти главаря Мурлоков. Скорее всего, мы его убили. Да будет так. Есть. Под шальную пулю попал. Я согласна. Кто тут? Лесной укажи тролль. Мне путь. Дальний бой, мудрый типа. Выбор. Пока не да надо. И вот так. Разумеется. Постройка завершена. Ага, я понял. Приказываю. Есть. Торгаемся. Мудрый постройка выбор. Завершена. Главное лечить его, вот, ей-богу. Захватывайте. Я здесь? Есть. Кого-то тоже мудрый потеряли. Выбор. Я слушаю. Вурдалак, наверное, потеряли. Враг не уйдет. Да будет так. Разумеется. В принципе, вардалаки там тут для защиты нужно. Никто не уйдет. Вы не добили? Есть. Я согласна. Вот. Огр убийц. Да будет так. Разумеется. Да.
На нас напали. Что? Мы должны усилить оборону. Нормально, нормально, нормально. Я подготовился уже. Капец, фурдолатки потеряли. Жестко, блин. Так, ну да, броня. Где прольется моя кровь? Постройка завершена. Так вот, циркулируй. Ну чё уставился? Так, рубить, рубить не надо. Постройка завершена. Я здесь? Чё у нас такие большие потери? Да будет так. Жесть. Пощады не будет. Пощады не будет. Мудрый выбор. Я согласна. Так. Мудрый выбор. Да, я нарушу твой покой. Да. Крик будет нести. Давай, давай. Ну там сейчас пополним себе войска. Кто сильнее? Что типа, там у тебя? Урона. Ну чё уставился? И брони больше. Ну окей. Типа большого завоем. Огр убийц. Живые наступают. Ага, живые. Поверьте, не живые. Исследование завершено. Черт, блядь, это повозка. Что это там за армия стоит? Чёртовы некроманты. Ёж ты в жопу, бля. Кого-то еще по пути кого-то убили. Давай. Глаки в нос. Так, окей. Жесть. Укажи мне путь. Да будет так. Я здесь. Мудрый вы. Я вождь Мактал. Вам не победить меня. Я так не думаю. Исследование. Тебе лучше, Мактал. Теперь я служу красивому призраку. Войны Мактола тоже служат. Я рада это слышать. В путь. Супер. Так, у тебя аура... боевой дух. Ага. Укажи мне путь. Никто не уйдет. Не все даже захватывать надо было. Помощи. Я здесь. Ой, ну Мактола тоже. Разумеется. Сейчас надо будет организовать. Я по группу. Так. Куда? Пошел оттуда. Иди сюда. Так, ты тоже. Сюда давай. Я тебя кто-то разрушить можно? Ну чё уставился? Так. Я слушаю. Все забрали? Нет, кого-то не забрали. Так, давайте еще одну большую тогда сюда отправляем. Что там у тебя?
Короче, у нас группировка. Я здесь? Мудрый выбор. Больше милишники, бля. Тебя вообще хиляют? Укажи мне. Ага. Ну, короче, я большой минус. Я слушаю. В том, что они все это медленно делают. Да будет так. Так, там тоже я нанимается здесь? Народ. Разумеется. Так. Так, а ну больше на всякий случай держим, так. Если найдем какого-нибудь еще хорошего врага. Чего вы так разбрелись, блин? Я согласна. Молодежь, да, ты согласна. Есть. О, мурлоки. Мурлоки! Я чуть не понял. Мурлоки. Именно что ли? Я слушаю. Госпожа, на нас напали. Вы ж сволочь, да? Сюм не имет. Ай! Несите чертей. Я аж ругаться собирался. Ну, блин. Я здесь? О, бля. Враг не уйдет. Я согласен. Есть. Никто не уйдет. О, моя ошибка. Ты уже ступаю. Да свершится месть. Да вы издеваетесь. По две базы. Да, держи я. Я слушаю. Мудрый. Не знаю, держит, молодцы. Разумеется. И боевые когти забирай. Мудрый. Не, ну блин, спецфейк можно было бы, наверное, и научиться ходить. Есть. Я здесь? Да будет так. Да, ты здесь. Я звал чего тебя. Желает, так, мой повелитель. Фиганчик, короче, вот так вот. И вот так вот. По одной башне. Да, повелитель. Да свершится. Жестко как-то местами. Разумеется. Я согласна. Согласна она, блин. Да будет так. Разумеется. Наверное, это твердило и ей Зурок. Вождь тролли. Да-да-да. Понятно, мол, вождь мурлоков там был. Задание угры не выполнено, еще какой-то квест не получится. Я здесь? Постройка завершена. Постройка завершена. Укажи мне путь. Скелеты в сторону. Никто не уйдет. Мудрый выбор. Так, ну, значит, вот это вот, да? Разумеется. Так, умывайся, Леня, подбирай. Разумеется. Да будет так. Разумеется, так, погодите, получается, они вот так вот постоянно обходили, что ли? Да будет так. Так, есть. С этим понятно. Давайте пока возвращайтесь. Бля, тут довольно-таки серьезно защита ставится. Вашей волей. Нападить, что ли? Башню побить. Чего они такие неплохие по силе? Приказываю. Да будет так. На нас напали.
Так, что тут? Повышение силы атаки на 20. Йоу. Укажи мне путь. Команд сколько? Шестерка потребляет. Да он долго может палить. После этого скелет появляется. Приказываю. Мощь. Мудрый выбор. Жаль, что она типа не основной герой. Но она есть типа наемные герои. Есть. Дополнительные. Если там на обычной карте выбирать. Видишь, мой топор. Укажи мне путь. Мудрый выбор. Мудрый выбор. Есть. О, прогляда. Разумеется. Хм. Есть. О, бандит Кит. Эти разбойники еще послужат мне. Найдите их главаря и завладите его разумом. Тем-тем-тем. А что получается, типа... Мудрый выбор. Да будет так. Разумеется. Блэкторна. Кто-то знакомый. Исследование завершено. Блэкторн. Я здесь? Ха. Есть. Или нет. Но это не Гарри. Это кто-то другой. Войска повелителя ужаса наступают. Хрели. На нас напали. Да. Живые наступают. Разумеется. Тихо, 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 тихо. Стреляйте там своих. На нас напали. Живые наступают, блин. Происходит, да? Бойцов бы не потерять. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Валян. Я здесь? Что такое, блин? Что за армия, блин? Я слушаю. Есть. Давай тоже присоединяйся. Так. Банши. Не знаю. Зачем да? На нас напали. И спрашивают. Я слушаю. Да будет так. Разумеется. Так, ну более или менее, как-то армия приперлась. Я здесь? Ужас. Да будет так. Да свершится месть. Здесь смерть, бля. Есть. Так. Большой, давай тоже сюда. А, у него защита есть. А, вот задание, разбойники. Укажи мне путь. Все окей. Бля, Зулрога, блин, не потеряйте. Я здесь. Я здесь. Так, давай еще одну. Я слушаю. Приказываю. Ужас. Мудрый выбор. За урога, наверное, дракона бил. Ну, Аня. Чилим всем. Молнии блюбьют. Нет. Выжил. Пощады как-то выжил. Не будет. Кольцо никто паука. Не да будет так. Так, давайте сюда и начинайте восстанавливать. Я слушаю. Потому что мне вот эти вот пригодятся, есть. Парни. Бафующие. Жалко, не типа, не на заднем плане сражаются. Ярость накладывают. Приказываю.
тебя не хиляю, да? Что там у тебя? Что это ну у тебя? Чё, уставился? Вайнер Бонн. Золотой рудник обрушился. Жизнь за Нерзула. Исполню с радостью. Давайте сюда. Враги вернулись. Так мы вдвоем. Вернулись они, блин. Бабоваты будут. Блять, убейте. Ремонтника. Мой долг. Повиноваться. Чего желает мой повелитель? Мой долг повиноваться. Да свершится предначертанное. Золото много хотя бы? Хрен его знает. Укажи мне путь. Мудрый выбор. Так, отхилялись. Да будет так. Магом, что ли, завладеть? Приказываю. Блэкторн. Блэкторн, по-моему, была такая игра. Японская, Шигами, что ли, называлась, и там один из врагов Блэкторн был. Вроде так. Мудрый выбор. Еще один уровень получил. Я слушаю. Приказываю. Вышибка того уровня. Разумеется. Работает? Можешь сдаваться, глупец. Так или иначе, ты будешь моим рабом. Никогда! Никогда я стал рабом. Эй, братва! У нас новая хозяйка, леди Сильвана. Слушайтесь ее, как меня самого. Целая банда в моем распоряжении. Заманчиво. Норм, чё? Есть. Разбойники тоже завоеваны. Йоу. Так, бой. Не знаю, кто нам кого призвал. Ща. Сейчас выдержим. И убежал такой. Да-да-да. Дерево. Что нам рудалаку нельзя, там, чтобы он там вместо когтей там бревном махал? На нас напали. Че нам где, блин? Кто там на кого напал? Дело есть. Так, Гаррет, сдавай сюда. Приказывай. Так, кто нам не нужен здесь? Эти парни молодцы, в принципе. Что там у тебя? Тебя грибают быстро. Вагонетка нужна для, типа, урона. Банши, уезжай. Ну же, приказывайте. Да. Идите, лагерь нежити охранить. Что вам угодно? Укажи мне путь. Вот у вас там получается разойтись? О, ясно. Пропусти эту женщину. Я согласна. Враг не уйдет. Да свершится месть. Не знаю, правильно, что я ее одну туда отправил. Помогите там все. Я слушаю. Тут золотишко еще. Чего надо? На 3 единицы повышаю, это второй уровень. Укажи мне путь. Я здесь? Разумеется. Второй уровень. Пощады не будет. Ну, тут уже прорываться, в принципе, надо. Да будет так. Враг не уйдет. Есть. А, есть. Разумеется. Есть. Как вот как-то так к вам попадать, да? Склоняюсь перед вашей волей. Так, золотишко добывать.
бригада аж. Приказываю. Да будет так. Сражение на подчинение. Разумеется. Подчинение. Надолго теряет возможность применять заклинание. Укажи мне путь. Да будет так. А, вперед. У вас там защита есть, у вас повышение урона есть. Мудрый выбор. Ну чё, что-нибудь крупненькое подчинять будем? Да будет так. Мудрый выбор. Я слушаю. Укажи мне путь. Отхиливаться умеем. Её в бой. Я слушаю. На нас напали. Мы должны усилить оборону. Чё, так что мне как-то плохо протянет. Есть. Так. Что, баф защиты это типа большую. Большое преимущество давать. Отхил и защита. Че нам тактика? Я здесь. Давай-давай. На нас напали. Приказываю. Мне кажется, кому-нибудь потеряю. Как пить дать. Какая мы его реально броня нахрень. Учитывая, что гриф на силу здания поднимал я. Сила здания. Так. Так, все, что может строить, надо разламывать. На нас напали. Что там у тебя? Чё у него озвучка этого? По-моему, пропеллера. Ой, не пропеллера, вертолета, пропеллера, блин. Я здесь? Я согласен. Потери! Чёрт, гнола убили. Ага. Так, все, что строят, уничтожаем. Ага. Поехали дальше. Тоже помоги. Получали. Приказываю. Лето, бля. Я здесь? А, погоди, вот штука тоже фигачит. Там героя готовят. Кого убить? Укажи мне путь. Усологров тоже убили. Все. Прощайся с этим зданием. Даже не со зданием, а с базой, бля. Вариматос. А я не поторопился? Ну что, демон, скажешь что-нибудь на прощание? Сильвана, не убивай меня. Поверь, я еще пригожусь тебе. Типичный демон. Готов продать всех, лишь бы спасти свою шкуру. Так все-таки он демон. Говори, я слушаю. Я в курсе планов моих братьев. Я знаю, где расположены их главные силы. Возьми меня к себе на службу. И я помогу тебе победить их.
Хорошо, Вариматос. Я дам тебе шанс доказать мне свою преданность. Но помни, я буду следить за каждым твоим шагом. Я локацию не обыскал. Наверное, зря. Типа там что-нибудь полезное могло быть. Ну, не факт. Так, ладно, давайте на этом все на сегодня. У меня такой небольшой стрим был. Вот. Там дальше тем более Зартуса будем. Зартус, блин, как рок-звезда здесь. Короче, типа, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Рахни Пушка. И до скорых встреч. Ходите еще.